центре активного долголетия Новорейкиса 15 многолюдно. И это несмотря на то, что центр работает всего лишь несколько дней. С обеда всех участников ждала не только развлекательная и образовательная программы. В одной из комнат работали специалисты Центра медицинской профилактики и формирования здорового образа жизни. Мы выявляем фактор риска по сердечно-сосудистым заболеваниям, по сахарному диабету, по бронхолегочным заболеваниям, ну и заболевания сердечно-сосудистых систем, сосудов. В общем, такой обширный объем обследований, который позволяет определить фактор риска и предотвратить развитие каких-то вот таких серьезных заболеваний. В качестве обязательной программы пенсионерам измерили давление, рост, вес. А уже по желанию каждый мог проверить состояние внутриглазного давления. Это уже пятый областной агитпоезд в этом году. В прошлом в Ульяновской области прошло 27 таких акций. Свое здоровье проверили около 30 тысяч человек. Я могу сюда прийти в любое время, потому что здоровье – это самое главное, это основное. Будет здоровье – будет все. Здесь можно даже вот… Насколько я знаю, не в каждом центре активного долголетия есть комната для ребенка. Центр активного долголетия Новорейкис открылся в последний день зимы. В новом центре серебряное поколение может заниматься фитнесом, йогой, гимнастикой. Также танцевать, раскрывать свой вокальный потенциал, играть в шахматы, шашки, изучать английский язык, актерское мастерство, обучаться компьютерной и финансовой грамотности. Это первый центр, который в шаговой доступности в центре нашего района расположен. Именно этот центр планирует, что пока у нас клиентов вот сейчас более 150 человек уже посещают кружки, планируем мы, что у нас до конца года мы охватим 900 человек. До 1 июня в железнодорожном районе планируют открыть двери еще один, уже третий по счету центр активного долголетия на Локомотивной 85. Рената Лиулова, Александр Кудряшов, новости Управды ТВ.